Иркутская область не только становится местом проведения серьезных медицинских конгрессов. Именно трем жителям нашего региона впервые в мире в протезы внедрили специальные чипы. Они должны помочь в реабилитации. Своего рода первопроходцами стали инвалиды из Ангарска и Иркутска. У всех высокотехнологичные протезы. Данные об их техническом состоянии и вообще процессе реабилитации теперь будут передаваться во всемирную сеть. Чипы, которые в этом помогут, изобрели и установили сотрудники компании из Сколково. Благодаря новинке специалисты смогут вовремя прогнозировать неисправности протеза, а также удаленно проводить диагностику. Владелец новинки через личный кабинет и мобильное приложение будет постоянно поддерживать связь с врачом и реабилитологом. В конечном итоге ноу-хау должно повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями.